Если видишь на картине нарисованные часы, но они из пластилина, и висят там, как трусы, конь и слоник с ножкой длинной затерялись вдали, обязательно картина нарисована дали. Если видишь на картине нарисован целлюлит, от которого мужчина без оглядки убежит, все раздеты, чуть развратны, и как будто банный день. Всем, конечно же, понятно, это Рубенс феномен. Если видишь на картине много черных, томных глаз, всякий юноша невинный смотрит с лицом девушки на вас. Женщин нету и в помине, только парни правят бал. Обязательно картину Караваджо рисовал. Если видишь на картине много разных мужиков, лица вытянуты сильно, словно сплюснуты с боков, все ужасно очень длинны, что не рожа, то овал, обязательно картину ту Эль Греко написал. Если видишь на картинке все совсем наоборот, все приплюснуто так сильно, и приземистый народ, словно карлики и гномы, коренастые и грубы, это почерк всем знакомый, то Веласкеса труды. Если видишь на картине ты похмельный страшный суд, звери разные чудные, люди мрут и звери мрут, много всякой разной хрени, словно мошки мелкой дым, всем понятно, без сомнения. Это Босх Иероним. Если видишь на картине ты простой зеленый круг или треугольник синий, а не горы или луг, не грозу, не мелкий дождик и не девы стройный стан, то, чему глаз будет рад, а лишь видишь только черный, знаменитый всем квадрат, ну, ты понял, то Малевич, я же очень ему рад. Если видишь на картине темень вод, девятый вал, то, конечно, Айвазовский, это сходу ты узнал. Если на картине видишь ночь, зеленую луну, значит, видишь ты Куинджи, хатку, небо, тишину. Если видишь на картине лес, медведей или рожь,
Иль пейзаж красивый русский, что на чудо так похож? Иль стоят на той картине ели сосны у воды? Понимаешь, несомненно, это Шишкина труды. Если видишь на картине неприглядный старый бал, тяжкий труд, нужда, рутина, всяк раздет, разут, немыт. На полотнах очень много беспризорных стариков, нищих, старых и убогих. Кто писал ее Перов? Если видишь на картине фиолетовую даль или скопище ботинок, или в стаканчике миндаль, или ирисов наброски, или подсолнухов пучок, все шедевры, несомненно, сотворил Винсент Ван Гог. Голубь мира на картине. Из фигур цветных лицо. Ну, конечно же, это гений. Это Пабло Пикассо. Кое-что мы показали. Всех художников не счесть. Главное, что мы узнали, стиль художественный здесь.